И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Бульбазавр, Сундук, Робик. Как всегда, очень много подписчиков. У нас классная карта, корабль, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Да, у нас не было Слендера, а чё бы нам его и не записать, раз он такой классный убийца, может мочить всех. Пацаны, прячьтесь на этом классном корабле, я буду вас искать, мочить. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ну и по старой схеме, как всегда, мы в конце этот корабль просто взорвем очень сильным взрывом. Так, я пока здесь скажу. Техники Робля готов. Ага, сиреноголовый Сережа. Ребята, настроение классное. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Развлекаемся, веселимся и угораем. Так, пока я хожу очень медленно. Я тпхаться могу? Я могу тпхаться, но я этого делать не буду. Я буду потихонечку уже идти искать пацанов. Пацаны, тут вообще во все каюты можно заходить или нет? Нет, нет. Не везде, да? Даже прятаться негде. Не можете прятаться? Да есть, там было маленькие скины брать. Есть, есть. Есть, есть. Просто, есть. Пацаны, тут так сделано для оптимизации, что не будет прорисовываться весь корабль вам, когда вы пролетаете. Но я сейчас найду. Кого-то я найду. Я чувствую, что я уже приближаюсь к Сереже. Так, Слендер. Я могу Слендера уменьшить? А, я не могу его уменьшить. Так, я могу вот так тпхнуться. О, иди сюда! Иди сюда! Эй! Я за Слендера не могу бегать! Вам, пацаны, есть большое преимущество. Я не могу бегать, у меня не работает shift. Я просто хожу как инвалидус. А, я и думал, чем мы его раньше не записывали? У него же классное есть, ну, как бы, преимущество. Можно... А, так я могу тпхаться, ну что, зачем мне быстро бегать? Я тебя вижу. О, привет, привет. Блин, я застрял, не могу убить! Блин, ты меня... Ах ты бомж, я не могу пройти из-за тебя. А как? А как ты упал за воду? За борто? За борто? О, я тебя вижу, Димас. Я сейчас к тебе тпхнусь. Все. Что, дурачка вам не увидел? Нет, я же Слендер. Ой, классный звук езды. Он говорит, что видит тебя. Серега, ты внутри корабля или снаружи? Я внутри. Так, надо ускоряться. Он идет... А, я вижу Фокси, 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 Фокси. Фокси. Ну, Фокси. А ну, Фокси. Во-во-во, я внутри корабля, пацаны. Я внутри корабля. Я бегу на внешнюю палубу. Так, тут у нас буквишка. Привет, сосед. Привет, сосед. Кстати, чего мы его тоже не записывали? У нас куча NPC-шек, классных персонажей, которые надо использовать в записи. Есть! Есть! Фишмен! Так, нас теперь трое. Это страшно. О, привет, кентуха! Я с тобой вместе. Давайте нельзя невидимым вставать, так нечестно. Потому что реально читерско очень такой. Типа подстрачник. Пацаны, кстати, можете по нам стрелять? Посмотрим, что с этого получится. Корабль... Довольно и так большой язык, отцу. Ну, стреляйте, попадайте, давайте. Испорт мне настроение. О, привет. Выйди привет. На улицу. Я попробую прицелиться. Дикий волк, прощай. Четыре. Меня убили. Ай! Можете пригвоздителем даже. Пригвоздителем можете фигачить. Так, так, так. Что у нас тут за шумы? Это волны идут. Звук карты. Да, можете все использовать. Можешь? Да, конечно, все равно мы тебя убьем. Пацаны, вы не забывайте на R английскую, можно тпхаться. Эй! А где ты? Ну, я тебя не вижу, я тебя не вижу. Вижу, 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 вижу. Он сверху. Ах ты говно, ты... Я не знал, что нельзя на расстоянии. Ладно, давай это не будет считаться. Давай, надо убивать в прикирку. Я от фонаря, думаю, прицелюсь так и убью тебя. Давай, Серега, я хочу с тобой еще повоевать. Да блин, меня этот снеговик кабака выдал. Да не ссы. Взял ко мне полез. Не, я увидел патроны, откуда летели. По следам от пуль. Я вижу, кто-то на этом, на паутине. Мимо, а нет, не мимо. Так, пацаны, надо идти вовнутрь корабля, не внутри там. Нет. Да. А, мы внутри. Они внутри шкерятся. И шкерятся. Все, давайте, пацаны, идем все вовнутрь. Ой, а как вообще внутрь попасть? Я слышу эти классные звуки. Наша как?
как? Каком кверху. Ну иди сюда, фишмен! Ну фишмен! Ну иди сюда! Пацан, давайте только в притирку, на расстоянии нельзя. Потому что какой-то есть в этом чит. Ой, ну все, я тебя точно сожрала. Да выпендри, надо было по воздуху летать, а не внизу. Вот Серега молодец, тащит еще и тащит, да, Сережка? Да. Так, давай. Я вижу зеленую акулу. Ого, я лечу откуда? Ладно, давайте, потому что... Так, я в небо улетел куда-то, непонятно куда. Во-во-во-во, отлично. Летим, летим, летим. Чпоньк. Еще разок. Вот так вот. Во! Во-во-во-во-во. Регулируем, регулируем. Отлично! Так, ну чё, кто у нас тут умничал? Серега, я тебя вижу. Блин, а за карту, говно! Я вижу тебя. Да я тоже тебя вижу. Сейчас. О! Да блин, я под срачником доводит. Во-во-во, вот так. Так, я вижу. Лечу четко, но не туда. Еще раз давать. Все-таки попробую. Я такое место пошел, что он всем падает. А как тебя достать вообще? Как тебя достать? Вот ты мне скажи. Ну, я залез сюда честным способом. А, вот так вот. Я к нему со всей душой. А оно. Пацаны, вы хотите к нему... Давай. А как они лазят по стенам? А мы по лестнице лазим. А, я к вам иду, пацаны, я ж тоже хочу. Я залажу тоже, погнали. Блин, оно не получается. На расстоянии не убивать. Я близко был. Не близко ты, врёшь. Я на лестнице, серьезно. Давай, Серега, один против всех слендеров. Ты один против нас всех. Сейчас, блин, а все, лестница не работает. Димас, я еще живой, меня еще не убили. Пацаны, мы еще не убили сундука. Алло, надо убили его замочить. Давайте, мочите, а потом на меня переключайте. Хорошо. Не сундук. Не смочите, У тебя голова просто большая, она торчала. А, ну все, понеслась. Давай, Серега, понеслась, ты один против нас. Можешь мочить нас чем угодно. Уже одного убил. Хорошо, отлично. Ого, начинается. Молодец, Серега. Красавчик. Ну конечно, он же оружие использует любое. Сам сказал любое. Ну конечно, Сережка. Ты не расстраивайся, мы тебя убьем. А нам можно ли попилбак спать? Нет. Сегодня у нас только слендер. Слендер очень... классный, потому что он не может быстро бегать, но ты можешь тпхаться. Так, я что-то Серегу не наблюдаю, вы его видите? О, чужой пошел уже вход. Серега, тебя убили! Так, Серега, давай, короче, взорвем этот корабль, и я буду за слендера. Посмотрим, выдержит ли слендер 100 тысяч жизней у него. Да, 100 тысяч, ничего себе, ну да. 5 нулей. Давай, короче, взрывай бомбу по центру корабля как-то. Посмотрим, выдержу я или нет. И вообще другие пацаны выдержат. Выйдем в самом... возле носа буду я. Так, чё там? Жах. Да, повтрываем этот корабль. Хочу посмотреть, что с ним будет. Сейчас будет. Вообще люблю все взрывать. Ребят, сейчас будет эпик, как всегда, для вас. Ну? Бежи. Так, 8 человек. Это мгновенная смерть, да? То есть вообще никто не выжил. Я. Ты выжил? Да ладно. Без гудмода. Да ладно, так не должно быть. Врёшь. Нет, мне 3000 хп, 3300. Так, Серега, мне кажется, Миша, это все фигня. Давай по новой. Сам напросился, где моя малышка? Сейчас я подальше отлечу. Ребята, отлетим, чтобы не задевала меня радиация. А ты М нажми. Ой-ой-ой, ты жахнул. Я успел улететь, кстати, я живой за то, что я улетел. Ой-ой-ой, жесть, корабля не видно просто. Я
порядка. И этого вам мало, я могу еще. А, два обнулим карту. Стой, два обнулим. И еще раз жахни, потому что ничего не видно. Ой, я падаю. Все. И перестало лагать, то реально у меня аж подлагивало уже. Куда уже, хорош. Так, Серега, сейчас дым сойдет. Я вообще Димас, ничего не вижу. Так, никому не трогай. Ой-ой-ой, это что круто. Так, ну что, дым вроде сходит. Ждем, ждем, да. Ждем еще чуть-чуть. Димас, сейчас я смешаю Ментос с Кока-Колой. И тогда все, давай, взрыв... я смотрю целиком весь корабль, сдалека. Вот. Возьмем камеру в руки. Ой-ой-ой, вот это Ментос с Колой было? Да. У меня даже в воде еще дамажит. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!